Ну вот, кажется, снова горит Иркутск. Посмотрите, это не похоже на дым от печки, это не похоже на дым от какой-то трубы. Интересно, успею я туда добежать или нет. Почти уверен, горит Иркутск. Вот на этом углу, видите, строят домик. Это строят вместо сгоревшего. Это, конечно, уже новье. Вот. Этот забор, видимо, для того, чтобы здесь застроить вот такой вот ерундой, которую мы видели вот на этом месте. Вот там вот выглядывает. А тут вот уже пожарная машина. Мы сейчас идем к тому пожару, который в очередной раз уничтожает город Иркутск. Это район, я так понимаю, иркутских кварталов или кварталов, да, освобождается для новых застроек. Пожарные работают, и я смотрю, здесь даже есть скорая помощь. Блин. Сейчас меня, наверное, погонят отсюда. Интересно, кто-то там в доме-то был. Выгорает Иркутск. Выгорает. А домик был, по моим оценкам, очень даже примечательный. Это улица Подгорная, насколько я понимаю. Ну, хотя бы тушат, спасибо. Хотя, судя по всему, дом был жилой, и люди, видимо, там жили все-таки. Это не к нам, никак не касается, так, кстати, фотографируй, а то я сейчас разобью телефон. Спокойно, тетенька. Я говорю, сказала, уйди отсюда. Спокойно. Уйди отсюда, сказала. Тетенька, спокойно, я ухожу, ухожу. Я тебе сказала, уйди. Ухожу. Ухожу, ухожу. Я тебе сказала, я разобью телефон и твою хатницу. Правильно, правильно. Только не мне, а тому, кто поджег. Вот так вот весело мы живем. Это так наверху, это не наша улица. Все, все, я уже с вами не разговариваю. А? Откуда я знаю, только пришел? Ну почему? В основном все пожары случаются от того, что это поджигают. Потому что потом им надо застроить вот такими особняками, вот такими вот. Они выжигают старый Иркутск. Дома эти, скорее всего, застрахованы, а может быть даже не застрахованы. Вот. И их специально поджигают, это как правило. Это уже давно известно. Я не знаю почему. Дело в том, что спрашивается, кому выгодно, есть такой вопрос. Ну вот и скорая приехала. А говорят, что они тут через неделю только приезжают. Ну что, я тут не помощник уже. В принципе-то здесь вообще никто не помощник.
Просто дом догорает, да и все. Эта же участь ждет все дома на этой улице. Эта же участь ждет все дома, которые мешают хозяевам земли строить свои коммерческие небоскребы и офисы и прочие дворцы. На этом месте. Я здесь уже, наверное, полчаса, а пожарные приехали, судя по всему, еще раньше меня. А что мы видим? Дом-то разгорается и горит, и горит, и горит. Все сильнее и сильнее. Полыхает просто открытым пламенем. Ну что, приходится делать вывод, что получасовые старания наших пожарников — результат. Вот, вот результат. То есть огонь-то не утихает. Вот такая вот интересная ситуация. Посмотрите, бегают пожарные, суетятся, полиция, милиция, скорая помощь, а дом разгорается и разгорается. Ну, делаем вывод, что не под силу такой пожар нашим МЧС, что ли. Ну, действительно, а есть ли вообще команда и задача, и цель его тушить? Ну, как бы машины там стоят пожарные, а дом-то все сильнее и сильнее горит. Ну что, уже прошло около часа, а дом догорает. Я не знаю вообще, что обозначает вся деятельность пожарных в этом месте. Но дом догорает. Я не разбираюсь в правилах пожаротушения. Но я так думаю, что... А был ли вообще приказ его спасать? Был ли приказ... Он все горит сильнее и сильнее. И что, трем пожарным машинам не под силу затушить это пламя? Дом продолжает гореть ярким пламенем, и затушить они его не способны. Я не специалист пожаротушений, но для меня странна такая вообще ситуация. Ну вот, как я уже говорил, выжгут они этот район рано или поздно и понастроят в нем вот такую ерунду. Вот такую, как мы вот тут видим. Вот что-то подобное этому, подобное вот этому. И будут собирать деньги с населения. Сожгут вот это вот, выжгут весь этот район, подгорную и горную, и построят вот такую игорную улицу. Была подгорная улица и горная со старыми названиями, а сделают вот такой вот сити, где близко не пахнет Иркутск, а вот только вот видите, вот тот бывший погоревший домик выглядывает, а все остальное наши архитекторы зодчие талантливые, лауреаты всех премий, профессора и доктора, и академики застраивают вот таким вот Иркутском, видите? В самом центре исторического города. И при этом историки еще вот, я не знаю, как насмешку, здесь, в этом обесчещенном, опозоренном центре исторического города,
опозоренным и обесчещенным вот такой вот граффити тут папуасской, видите, да? Музыкой не нашей, какими-то иностранными этими вывесками. И вот тут же, как издевка, исчезающий Иркутск. Не знаю, насколько это уместно на фоне всего вот этого.